Привет, ребят! И это видео по Дейзу, сервер PvP. И в данном видео будет представлено то, как не стоит играть на PvP серверах. Мы с ребятами угораем, прикалываемся, нам весело, нам интересно, стараемся делать что-то для вас, вырезаем самые интересные моменты из больших стримов и вот, пожалуйста, выкатываем вам. Это первое видео, которое снято на данную тематику. Если вам зайдет, поставьте лукасика, подписочку. Ссылочки на ребят будут в описании под видео. Всем приятного просмотра и начинаем! Ну, где музыка? А вы везде будете с музыкой термаршировать? О, нет, видишь? Подожди. Подожди меня. Во, все, пошли. Нас не видно. Нас не видно, блядь, смотри. Мне жалко рюкзак. Музыка, блядь, пахнет. А куда мы идем вообще? Подожди, я не знаю. Да мы сейчас опять 200 метров пройдем и сдохнем, блядь. На больничку. Больничка вот прямо куда я бегу. У меня, кстати, от музыки кровь повышается. Куда оно у тебя повышается? Давление? Нет, ну от такой музыки, конечно, давление будет повышаться, не нет, спорю. Нет, хорошее. А ты не слышишь, кстати? Нет, нет. А, зомбак. Сейчас, секунду, я просто посмотрю, куда нам бежать. Да за мной беги. Это ты зомбаку скажи, который там снаружи. Ай-яй. Нас быстро пристрелят. Да. Нет. Нас очень быстро пристрелят. Нас не просто быстро пристрелят. Побежали. Так, одна медичка есть. Она плохо справлялась своей работой. Серьезно? Ты до сих пор не удивляешь, что за нами бегут? Бегут, бегут. Ты ясно, что за нами бегут? Вот она хор с собой и прихватила. Ты чё, самый хитрый, что ли, блядь? Секунду. Я вынужден вас огорчить, в больничке нету ничего. А ты был там? Ну, я здесь. И раствор, и пару шмот. Я на твоем месте вылезу. Набор для переливания. Таня! Прием, Таня! Секунду! Да у тебя нету секунды! Таня! У тебя нет секунды! У тебя нету доли секунды! А что, там жопа? Даже очень! Да а что случилось? Там? Почему у меня черный экран? Блять, угадай! Я громко зарегулировал, я специально закрыл. Ты открыл меня и позволил убить. Или я просто без сознания. Вас аэродропом придавило? Вас придавило чей-то. Ты не мог в соседний гараж зайти? Ты зачем ко мне лез? Тебе что, вот блин? Смотрите, опять приходится вас спасать. Ты что, серьезно, без сознания? Я помогу. А да, без сознания, я вижу. Да, помоги, добей ее. Смерть! Нет, не смерть! Ну ты молодец, конечно! Вставай! Здравствуйте! Ой, под музычку нормально! Просто я не очень понял, кого топором рубил, зомбаков или что? Или меня, да? Тихо! Не подходите! Есть! Прям из рук хавчик вырвали, представь. Тяжело? Дай радио посмотреть. Кстати, там в маленьком доме есть плеер еще у нас. Надо, надо избавиться от зла. Это зло. Только не выкидывай. Ночью да называть мне. Слушай, я знаю, как апгрейдить ее магнитофон. Я тебе сейчас выкину. Знаешь, как апгрейдить ее магнитофон? Да. Я где-то встречал рупор. Куда понес мой? А слышно-то громко. Я слышу.
включить там. Я тебе сейчас твоим микрофоном. Ментами. Подожди, откинься. Я выиграла батл. Я отжала обратно свой магнитофон. Теперь нужен сейф, чтобы его спрятать, я теперь, да? Теперь сейчас его приведу в чувство, подожди. Кого, микрофон? Я тебя очухиваю. А подожди, ты его вырубила из-за магнитофона? Да. Лучший тиммейт в мире. Спасала муз. Там все куда? Я тебя очухала, ты мне должен быть благодарен. У меня пол лица нету, блядь. Все. Тряпочку дать. Че, блядь, посморкаться, что ли? Слезы вытереть. Вытереть слезы. Ух, лежит такая, ух, блядь. Вот это точно пойдется, кто. Я хоть кого-то получилось вырубить. Все ради микрофона, блядь. Это, понимаешь, и тут была цель за что? За магнитофон. Это святое. Музыка это святое. Да, вот это суровые времена настали выживания. Ты все выложил, или тебе там что-то не нужно? Конечно, выложил, всю свою жизнь-то не оставил, блядь. Да мне плохо. Мне еда нужна. Всем нужна еда. И кровь. Отдай кровь. Дай мне кровь. Вот типичный пример. Вампиризма. Самки человеческой. Самки человеческой. Ты сошла с ума, ты сошла с ума. Тебе нужна еда, тебе нужна еда. Ты сошла с ума. И бабло, все надо. А для чего существует мужчина? Подожди, я так что... Чтобы женщины с них тянули все соки. Еда. Где? Вот, что, не видишь, что ли? Корова. Стой, стой, не подбегай. А ты хочешь ножом? Их две тут. Серьезно? Да, ты нашла место? Да. А, понятно. Ты мне что сырое мясо-то смеешь? Что ты его жарь над костром? Дыши, дракон, дыши. Че, серьезно? Ну что ты тут... Ты что я теперь могу? Я тоже жрать хочу. Мне кажется, кто-то скоро там откинется. Да, я. Повезло. Он меня кормит, хочет накормить сырым. Но я не сопротивляюсь. Ты посмотри на это. Мне прям нос не стыкает. Это аппетит. Еще и кашляет на меня сидит. Я и так уже в каюк. Я знаю, надо поближе подойти, я вообще чихать буду. Не-не-не-не. Иди отсюда. Иди. А, стоп, у меня типа кирка. Дай поесть. Вольнулась. Ты еду найти не можешь? Все нормально. Ты еды нужна или нет? Нет. Да. Ну нет, так нет, ладно, я пошел. Куда ты пошел? Еду давай. Кушать хочу. На тебе жирка. Смотри, какой жир. Я выкинул. Угу. Ну, не кошка хочешь. Ну, куда не хочешь. Хочешь, но молчишь. Отдай еду. Да. На, тебе не надо? Я в обмороке. Ты что там говоришь, мне не надо? Мне сейчас... Ой, как надо. Ты видишь, у меня голодные обмороки, а ты мне еды жалеешь. Ну, дал, вот. Взял, дал, взял, дал. Почему? Взял. Вот лежит кусок, смотри, ну... Нажми на F возле меня, привести в чувство. Ну, чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Еда! Еда! Смотри, 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 кусочек лежит. А вот фиктивный. Еще жира дал, мясо дай. Че ты мне жир скармливаешь? Алиша такой жадный, ужас. Сейчас дам тебе мясо, на, ладно. Так и будет, на. Смотри, смотри, вот тут лежит, смотри, смотри. Ползи сюда быстрее. Mm-hmm. Еще вот. Скажи, кусь. Поползал.
Я за едой.